Скажите пару слов. Комментируете? Что мы можем сказать? Я хочу сказать, что произошло страшное событие вообще, но ни в какие рамки не лезет. Убит в СИЗО. Убит отец шестерых детей. Добропорядочный гражданин Республики Казахстан. Дулат Агадил. Хочу сказать про Дулата Агадила. Я с ним знакома уже очень много лет. Я знаю его семью, я знаю его жену, я знаю его детей, мы очень хорошо общаемся. Он не алкоголик, он не пьет, не курит, у него нет вредных привычек. Он здоровый 40-летний мужик, у него никогда не болело сердце, никогда. Сейчас по социальным сетям видео отправляют, что якобы он там пьяный был. Ну, знаете, зная нашу власть, зная наши правоохранительные органы, это очень. Где гарантия, что они не подстроили? Где гарантия того, что они его не накачали чем-то? Не поставили бутылку водки и сняли это видео для того, чтобы его дискредитировать? Я не верю в это. Дулат Агадил не был алкоголиком. Я больше склоняюсь к тому, что это все просто подставное видео. Я просто хочу сказать, что это может произойти с каждым из нас. Конечно. Тут люди останавливаются, спрашивают, интересуются. Динара! Короче, нужно будет пройтись и сказать уже с эфирки поснимать, чтобы каждый пройдет и каждый, чтобы пару слов сказал о нем. Можешь пройтись объявить всем еще? Убили отца шестерых детей! Да, обойди!
останавливайтесь, сигнальте. Ну что вы, не понимаете, что ли? Так, постарайтесь максимально распространить видео, так как я сейчас буду спрашивать у каждого стоящего, и каждый из них произнесет слова. О, Дулат Абдиева. Вчера его... Скажите пару слов. Айдын күні аманында Дулат Абдиева айрылып қалдық. Азарбаев жендеттермен өлтірді Дулат. Бауырымыздан айрылып қалдық Дулат. Енді айтын айтарым не бар, вообще қазақ халқы үшін өлтіріп атыр, бәрін жауып атыр, қамап атыр. Назарбаев Жоңғардың Тоқаевымен, Дариғасымен, Питофилмен. Вообще я пришел поддержать ситуацию, потому что Дулат Агадиев был реальным патриотом. И то, что власти говорят, что это несчастный случай, если их нургутские всякие новостные каналы говорят, что 60% населения не верит полиции, то почему мы должны верить полиции, их словам? Я считаю, это не несчастный случай, это убийство, потому что он умер не в своей постели, не у себя дома, а умер именно, когда его схватили, повезли, посадили. Это убийство, как бы там ни было, как бы, даже если они докажут, что это был несчастный случай, это было убийство, потому что он умер, не у себя дома. Жаңа правительство керек, елдің жағдайын өзгерту үшін. Шалдар кету керек, жастарға беру керек жолды. Халыққа бірлік тілеймін. Мына жігітті естіп келіп отырмын, шын айтсам ба. Жүзі, былай лично танымасам да, жүзі жарқын. Осы активист жігіт еді, соны интернеттен біліп тұрмын бар ғой. Негізгі осының несін қолдау үшін келіп отырмын бар ғой. Мына өтірікші шал, басқасы бар, режим бүкіл кетсін, жоғалсын. Дулат аға, біз біргеміз, мәңгі есіміңізде боласыз. Мәңгі есімізде қалады, жарық. Өрмеге көшесінен жарылқасын, иманды болсын. Біргеміз, жүрегімізде мәңгі. Дулат аным, жатқан жерім торқа болсын, топыра. Біз сенімен біргеміз, сенімен жалғастырамыз, ісімді бітірмей кетті. Елім желім Қазақстанның болашағы деген ер азаматымыздан айырылдық. Дулат ағаны. Дулат бауырымыздың, қазақтың біртуар бауырымыздың иманы дұзман берекелі болсын. Істеген осыны өлтірген қылмыскерлер тауып жазылансын. МВД солай ма атсап кетсін біріншіден. Бұл үлкен жауыздық қазақтың жасалған. Дулат ағамыз ешқандай да кінәсі жоқ. Кінәсі жоқ бола тұра, түрмеде жоқ жүрек көзіміз. Масимов, Малибаев, кто ответит за это? Никак не они. Скажите что-нибудь? Прокомментируйте. Ар қазағым жалғызым дейміз ғой. Сол сөзде болмай дәлелдейміз бе? Қазақтың бір туар азаматы деп бәріміз де қайғырып отырмыз. Дулат Агадиев, он посвятил свою жизнь борьбе с режимом Назарбаева. Сегодня утром его не стало, его забрали в СИЗО. И там его убили.
И мы считаем, что эта власть должна ответить народу за его смерть. Қазақ елі үшін қаралы күн. Бір шаңырақ қаралы болды. Қара жамылды бір шаңырақ. Оны өлтірген, Дулат Агадилді өлтірген сұм билік. Дулат Агадил тек қана шындықты айтқан кісі болатын. Біз белсенділер Дулаттың өлімін ешқашанда кешірмейміз сұм билікке. Кешірмейміз. 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 Убили отца шестерых детей! Власть наша убийца! Убила отца шестерых детей! В Казахстане СИЗО убит гражданский активист Дулат Агадил. Полиция убийцы. Назарбаев убивает активистов. Убит отец шестерых детей. Назарбаев боится активистов. Скоро ему конец. Народ не испугаешь ничем. Последние дни режима Назарбаева. Скоро ему конец, его отдадим под суд, будет трибунал за Жаназень, за разграбление страны. За арест он будет отвечать. За Масанчиеву, что ему делать? Который приезжал за символом за Казахстан, за свой товаркир, я думаю, было бы нормально назвать его поселок в честь Кулака. Народ не запугать все равно. Мы потеряли Дулата, мы его не уберегли. Но вы нас не запугаете. Это вся Астана. 3% это вот она. Вся Астана. Вот столько нас переживающих на самом деле. Так мы ничего и не добьемся таким количеством. Призываю вас, Казахстан, не бояться. 15 суток, 10 суток. Вы знаете, что приходя туда, попадая в их номер, попадая в их эти камеры спецприемника, вас обслуживают дежурные. Приносят чай, еду. Там, конечно, не евроремонт. Туалет в одной комнате вместе с вами, с кроватью. Но вы знаете, это терпимо. И то, знаете, скажу, что многодетных, с детьми маленькими, не сажают. У них есть, как сказать, возможность, что ли, выходить. Саня, могли бы меня сфотографировать на этом фоне? Тебе? Да. Нас, пожалуйста. А то я снимаю и нигде меня нету. Нигде меня нету. Ну, давай вместе. Иди одна хочешь.
Так, тут пишут, Зубайда, я слышала, что она в ИВС, но за что ее посадили туда, я не в курсе. На днях вот разговаривали, вроде бы как, я просто не могу говорить об этом. Я не знаю, что с ней, где она. Динара, скажите комментарий. А, здесь сегодня собрался народ, днем люди пытались... начальство МВД, в итоге СОБР собрал всех, развезли, не было несколько Аскарова, сломали руку, насколько мне известно. Да вы что? Если бы это не дезинформация, то ему сломали руку сегодня сотрудники СОБРа. Сейчас вечер, 8:00, люди решили почтить память о нашем герое, народном герое. Влад Агадил, мы все помним, любим и скорбим. Будем стоять до тех пор, пока не отпустят всех политзаключенных. Спасибо. Айдар, скажите пару слов. Да я с улицы, ехал же, обратно уже приехал. Как дела? Вон там в конце не могу понять, это сотрудники, да? А вот тут этот с края пацан стоит, он был в управлении, который сказал, это я на твоей маме день рождения пошел, так что я его на остановке встретила. Он это пошел. Сотрудник, да? Он как бы активист, как бы его задержали. Типа активист. А теперь я не знаю, да. Не знаю, таким не верю, пусть доказывает, что он реальный активист. Это, скорее всего, это эти мусора, опера. Ну, может быть, может, могу я ошибаться. Не устану ее показывать. Зачем она здесь стоит? Что это? Видимо, чтобы глушить интернет. Это я так думаю. А вы как думаете? Сигнальте. Я вот такое движение показываю. Не знаю, я же не буду орать, сигнальте. Фарами хотя бы поморгайте, что ли. Так, Динару найди, у Динары скотч. Назарбаев убийца. Кургамбаев убийца. Сын Назарбаева убил в следственном изоляторе. Убит гражданский активист Булат Агадил. Сын Назарбаева, гражданский активист. Сын Назарбаева убил отца шестерых детей. Алты баланы акесин өлтүрдү. Кумбагандор. Не простим. Кешірмейміз. Билік, билік Дулат Ағагилді өлтірді. Біз кешірмейміз билікті сол үшін. Кешір жауап кешін. Кетіндер орындарына, кетіндер. Біз кешірмейміз. Ген мұқты, ген. Генді ойлайтын адамыттар кетмір. Ол байлығы билік күшіп. Жасалатқаны. Вот так, 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 вот так
человека такого же, как и мы. Завтра попав в ИВС, и мы можем умереть. Нас могут убить. Дулат Агадил. Дулат Агадил, простите нас. Простите весь Казахстан за мой, за их молчание. Плакатом встать немножко вот здесь прям у тротуара. Если вы устали, можно поменяться, чтобы да, у дороги вот так вот. Вот, видите, реакция пошла. Тем более такая пробка. Блин, мужчина без перчаток. Так. Кто его может заменить? У кого есть лишняя перчатка? Лишней нет. Или кто может вас заменить, мужчину, который без перчаток? Держит плакат. Вот, видишь, она встала. Вот. Возьми этот плакат, пожалуйста. Фото-шока меня закушаешь. Возьмите у тех, кто устал, если вы не это. Вот, Кербез. Я не смогла сидеть. Давай. Кербез даже подошла, не смогла сидеть, говорит, дома. Возьми, пожалуйста. Какой? У дороги. Не у дороги, а как вот здесь. Не. Вот этот? Да. Вот так. Вот так. Вот. Вот. Кербез, спасибо тебе. Пришла, говорит, не могу сидеть дома. Третий плакат сюда тоже. Ага, и вот туда можете также встать? Да, 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 вот так, вот. Чуть-чуть подальше, чуть-чуть подальше. Народ, слушайте, это все, что мы можем сделать. Он ведь для Казахстана многое сделает, нежели мы сейчас, просто держа в руках плакаты там. Со свечками. Обратите внимание. Так, за углом вижу автозак. Погуляй с ребенком. Автомобиль,
автомобилисты, какой вам сигнал нужен, чтобы вы что-то хотя бы начали понимать? А? Астана, у кого есть машина, выезжайте на машинах. Фарами поморгайте, попибикайте. Если я была бы, я бы здесь миллион раз здесь уже круг сделала. Я бы уже по городу всех собрала. Поверьте мне, на 6 июля я так и делала, между прочим. Кирбез, скажите комментарии. Я вас так и не познакомила с Дулат Агадилом, Кирбез, прости. Кирбез так и не познакомилась с ним, понимаете, она мне сказала на днях, говорит, познакомь меня с ним, говорит, он, говорит, ну, я, говорит, давно о нем, ну, с ним, вернее, мечтаю познакомиться, говорит, познакомишь, я говорю, да, конечно, я говорю, блин, правда, он далеко живет, и у меня нет машины, как назло, я не смогла ее быстро отвезти и познакомить, а так это была же возможность у меня. Я извиняюсь, да, эти комментарии читать у меня нет возможности, потому что у меня руки замерзли. Как могу, держу телефон, снимаю эфир для того, чтобы вы могли видеть, да? В комментариях бардак не устраивайте, хорошо? Кирбез, скажешь пару слов? Выходите со всех городов, держа хотя бы вот такой плакат у себя возле подъезда, не знаю, в квартире, у кровати, в диване, в кухне. Есть, но для меня лично, потому что я снимаю эфир для всего Казахстана, а у меня один-единственный пауэрбанк. Что? Нет, даже чуть-чуть не могу, там у меня последняя батарейка, да. Қазір дәл
қазір келіп тұр уақыт, біздің Қазақстанды өзгертетін уақыт дәл бүгін туды. Бүгін мені шыдамның соңғы тамшысы. Бүгіннен бастап шықпасаңыздар, енді мен білмеймін болашағымыз не болатынын. Бүгін шешусіз сәт. Шығыңыздар шы. Дулат ағаның қазасын бекер қылмаңыздар, аяқ асты қылмаңыздар. Ояныңыздар шы, өтінемін. Это Кербез, она не успела с ним познакомиться. Астанаға Дулат ағамен танысам деп келген. Она приехала с ним познакомиться. Үлгірмей қалдым. Болды қызым, алла риза басын сағар. Құлама қарасындыр. Она не успела с ним познакомиться. Приехала в Астану для того, чтобы с ним познакомиться. Петро там, Петро.
привлекать молодежь сюда. Ладно, взрослые люди. Они могут сказать, что у них есть дети, старики, что у них есть внуки, хорошо. Но у нас есть молодежь, студенты, закончившие молодежь, которые с дипломом шастают по общепиту, официантами, барменами ходят, просто так просирают жизнь. Вы лучше выходите, вы лучше, чем жизнь свою просирать. Боритесь за свободу Казахстана, вот вам нечего терять. Вас могут прокормить ваши родители, а вы будете делать будущее Казахстана. Поэтому, молодежь, я призываю вас выходить сюда. Кому 20, 21, 25, вот вы точно студенты, вам терять нечего. Ваше здесь хреновое образование, которое вы здесь получите, Филькина грамота, она никому не понадобится. Вы зря 4 года свои просрете. Вы можете 5 дипломов получить, но в этом Казахстане ваши дипломы вам дохода не принесут, вам счастья не принесут, свободы не принесут. Молодежь, выходите, хватит сидеть, хватит прятаться, хватит трусить. Вам не нужны эти дипломы, я вам говорю, не бойтесь вылететь с учебы, вам эта учеба нахрен не нужна. Боритесь за свободу Казахстана. Студенты, говорите открыто, выражайте свое мнение и выходите. Хватит сидеть, хватит бояться. Вот вам точно терять нечего. У меня есть ребенок, но даже я не боюсь. Мой ребенок выбрал меня своей матерью. Значит, он хочет, чтобы я была храбрая, смелая, открытая. И чтобы я боролась. И мой ребенок вырастет борцом, а не трусливой скотиной. Поэтому боритесь сейчас. Выходите, молодежь, студенты. Чтоб завтра вся молодежь была здесь, вам терять нечего. В Казахстане нет светлого будущего. Снимите розовые очки. Хватит, хватит обманывать себя. Не слушайте своих родителей, если они боятся и внушают вам свои страхи. Это их страхи. Имейте свое мнение и выходите. Я вас жду. Астана еще не расходится. Который час, не подскажете? Который час? Время? Который час? 20:03. Спасибо. Потом. Так, на Фейсбуке у меня осталось 15%. Зарядка. Кто по задержанным, кто знает? В каких РУВД они? В Есильском РУВД. Женщин отпустили? Да. А мужчин? Ага, спасибо, что и так пишете. Плакаты, фотографии после собираем, не выкидываем. Еще есть завтрашний день. Плакаты, фотографии не выкидываем.
Кирбез вообще молодец. Смотрите, как она борется, как она защищает, как она переживает за тех активистов, которые... Вот, вот и термос появился. Все, я завтра тоже с термосом выйду. И пойду куплю себе эти валенки, или как их называют. Кто давно ходит? Мне еще рожать надо. Будешь? Я нет, я не хочу. У меня еда не лезет, какой кушать? Движения видны, да, что я делаю? Одной рукой снимаю, другой рукой пытаюсь донести. Так, Аида объясняет, Дулат Агадил сегодня умер. Умер не в своей кровати, не у себя дома в Талапкере, а умер в ИВС после задержания его из дома. Остальную информацию посмотрите в интернете, посмотрите в истории у меня. Динар, давай. Кто-нибудь станьте админом, отвечайте, пожалуйста, на вопросы, которые пишутся в комментариях. Я просто не могу читать и даже пролистывать, я замерзла. Женщины стоят на обочине, руками машут. Водители, понимаете? Еще один. Там на углу есть, с другой стороны. И вот он едет еще. Вот с той стороны, вот тут за углом. Потому что народ все, ну, это самое, больше и больше растягивается по этой улице. Нас хватать не за что. Мы просто стоим и скорбим. Дулата Агадила убили в СИЗО. Почему я говорю убили? Потому что он не умер, ну, своей, да, смертью, не у себя дома. Если бы у себя дома рядом с женой, не знаю, там внутри своего дома, другое дело, я бы еще как-то промолчала, может быть, сказала бы, да, сам как-то убил. И то я бы сомневалась. Позже я озвучу некоторые слова при последней встрече с Дулатом, когда мы разговаривали. Просто сейчас, насколько это безопасно будет, я не знаю, для меня. Пока я молчу.
Бибуля, скажите. Вот, нам всегда Дулат Агадил говорил, не надо делиться на те взгляды, на эти взгляды, на те группы протестные, на эти протестные группы. Если единая цель, тогда не надо делиться. Если кто-то объявил протест, все поддержим и идем туда. И вместе добиваемся смены власти. Потому что он всегда говорил, нам пока вот эта власть сейчас ничего не изменится. Надо поменять. Прошелся, снял. Он даже не активист. А, да, активист, простите. У меня созрел один такой план, который я осуществлю. Я раньше в нем сомневалась, в своих планах. Теперь буду осуществлять до тех пор, пока и меня не убьют. Мне терять нечего, у меня мужа нет, детей нет. Есть мама, люблю ее, обожаю, конечно. Но я также готова отдать себя ради Казахстана. Смысл мне сейчас рожать детей, да, выходить замуж, создавать семью. Просто смысла не вижу, поэтому не выхожу замуж. Много задают вопросов. Почему? Почему такая красивая и не замужем? Я жить хочу, я детей хочу. Я хочу семью, я хочу свободный Казахстан. Я его любила. Блин, как дядя, как, так как у меня нет отца, да, он, ну, как отец, что ли, потому что как не позвонишь, он спрашивает, как ты, где ты? С такой радостью ездили к нему домой. Он барана для нас резал. Мы когда у него дома собирались, после каких-нибудь там судов, акций, после митингов, после выхода с ИВС, встречали активистов, ездили к нему домой. Гульнара, его жена, накрывала нам стол, не жалея своих сил после работы. Она работала с 6 утра до, ну, там до скольки, до 8, может быть. Ехала домой и еще для нас готовила. Нас, активистов, понимаете, вот сколько вот человек, да, у него в доме было. За одним столом кушали. Или чай. Я требую отставку министра МВД, который, при котором убили Дулата Агадила. Давай спросим у остальных, поддерживают ли они эту требование? Требование о том, чтобы... министра МВД, при котором убили Дулата Агадила, остался на своей должности, либо пошел в отставку. Конечно, в отставку. В отставку. В отставку. В отставку. Поддерживаете ли вы
то, чтобы продолжал работать министр МВД, при котором в СИЗО убили Дулата Гадилова? Или пусть идет в отставку? Нет, конечно. Он должен там сам вообще подать все должны в отставку уйти. Назарбаева, Тухаева, все мы знаем, Турумбаева и все. Полная отставка этого правительства. Они вообще никогда не справлялись и не справляются сколько со своими можно обязанностями. Сидеть? Народ Кощей, давно против. Совсем? Убили человека просто так. Взяли из дома живого. И народу предоставили уже мертвую. Это не первый раз уже такое с ним происходит. Это вообще беспредел полный. Почему, когда он министр, вот так люди умирают в СИЗО? Это нормально? При чем тут это министр? Да Назарбаев во всем виноват. Им Назарбаева. Назарбаев в первую очередь. Это его все назначенцы. Назарбаев должен уходить. Единственный здесь преступник — это Назарбаев. Единственный убийца — это Назарбаев. Он один виноват во всех этих преступлениях, во всех этих смертях. Все это прекрасно все знают. Весь народ абсолютно прекрасно все знает, осознает. Но по факту они никто не может правде в глаза посмотреть и какие-то решения для себя. Страной управляет преступная группа. Это надо всем понять. Какое имеет право писать в интернете, что он был в состоянии алкогольного опьянения, да? Если на то пошел, ну докажите. Докажите, при чем тут это? Жата верми, келіндер, жата верми, келіндер, шухлай верми, соткалар. Вчера келіндер его забирали совершенно трезвый. МВД-ның алдына. Они в него влили, может быть, эти... Да. Нас смотрят 1082 человека, говорите, нас слышат. Дело в том, что это все организовано. Я скажу. Может быть, это вот вчера мы все были свидетелями того, как грубо задержали Дулата Агадил. Человек спал, они его подняли и в грубой форме, там сына даже куртку порвали, они ворвались в дом. И были люди в черном, которые даже не показали свои документы, забрали его. И получается, что сегодня он умер. Как такое может быть? Человек сам по себе, да, здоровый мужчина, 40 лет, в расцвете сил, который никогда не жаловался на боли в сердце, да, у него не было этих проблем, и вдруг он умирает в СИЗО от сердечного приступа. Это сказки, не надо нам рассказывать, в конце концов, такое. Сколько можно уже этот беспредел терпеть? Мы требуем, чтобы все, кто виновен в смерти Дулата Агадила, ответили за это. Может, у них какая-то грызня кланов идет там наверху, да? И сценарий Боинша, они могут поступиться с жизнью всего лишь одного простого человека? Вы там свои сотни миллиардов долларов не знаете, в какие офшоры затолкать? Грызетесь один клан на другой клан. А поступиться человеком одним всего лишь, это вам расплюнуть, и это народ видит и понимает прекрасно. Я балан, хал уже цинде. В общем, негізі, бүкіл өзгеру керек. В общем, жата бермей, шықсандар жігіттер кеуделерінде, намыстарымен. Один только, единственный смелый, кто смог посигналить. Так, Людмила Козловская, есть информация, кого задержали сегодня за первый протест по МВД. Так, сейчас, минуточку. Алия, прокомментируйте по поводу задержания. Кого задержали? Мужчин, женщин? Вот там главный, кто у нас как раз штаб составил, да, по Дулату Агадил. Это Кайрат Ситкалиев, это Жанат Нуркишев, это Айдос Умирбеков там же, там Серик Аскаров, Аскар Кайрбек, это Тулиген...
Гербис Алиев. Потом Нурлана Алтынбаева взяли в тихушку. Он ходил, взяли и запихнули в патрульную машину. Это же надо делать, так как шакал из-за спины. Потом кто у нас еще там был из мужчин? Кто-то незнакомый, кто-то, ну, порядка, мне кажется, больше 10, я не знаю. Больше 10, конечно. 20, да, 30. Может. Но... И, извини, согласись, вот это, Селек, мы ждали ответа от министра МВД, да? Они нас игнорили только из-за того, что мы на пару минут перекрыли, пусть даже основную дорогу, да? А, значит, им плевать, что убили Дулата Агадила, а тут такое прям супер-пупер нарушение. Да, ну, потому что они игнорировали, не отвечали. Это была наша крайняя мера за их молчание, за их игнор. Они могли бы выйти нам сказать, за то, что они вчера забрали агрессивно, задержали Дулата Агадила абсолютно здорового и трезвого. Он был трезвый. Он трезвый был вчера. И у него нет вредных привычек. А сегодня мы получаем труп. Это что за Гондурас? Это что за страна? Казахша к майт берет. Комментарий к берет. Парни. Людей становится все больше и больше. Что, долго будем? Нет, до 9. А сама есть информация по задержанию? Так, информация по задержанию. Құрметімізді, дулатымызды ортамыздан алып кетті. Түсірген билік. Астана, тәуелсіздік один. Кстати, это хотела сказать. Как зовут? В прошлый раз вы со мной разговаривали. Тогда, если случайно я поднимаю телефон, верьте мне на слова, пожалуйста. У меня нет такой привычки брать, хорошо? Ой-ой-ой, простите. Сегодня Астана простоит столько, сколько сможет. Считайте, мы уже сколько времени. У меня даже нет возможности посмотреть время. Блин. Подскажите, который час? 8:24. Спасибо. Ого, уже 8? Мы здесь были уже, знаете, где-то в 2, в 3 мы уже. Мы уже на этой улице были, собирались только. И в тот момент это половину наших забрали в автозаке. Ау? Не знаю, наверное. О, смотрите. Спасибо. Слышала, да? Женщина попросила ее не снимать, но молодец. Смотрите, еду привезли. Проявляйте инициативу.
поел дома. Что, ты перекусила? Нет, я не могу есть. У меня еда не идет. Вы что? Какая еда? Кстати, хочу сказать заодно, почему я такая худая. Я переживаю очень сильно за весь Казахстан. Я не могу есть. Это у меня стала проблема номер один уже как 2 года. От стресса. Я никому не пожелаю так похудеть. Куда ты снимала? Где вы брали магазин? Я Facebook снимаю. Я просто веду эфир, пусть весь Казахстан видит. Хоть один человек покажет, что происходит. Кирбез благодарят за то, что она даже с ребенком ходит. А я вот замерзла. Очень замерзла. Сейчас ночью поедем к жене Дулат Агадила, наши активисты, кто смог, вроде бы направились туда. Жақсы, рахмет. Енді қайғырып көңіл айтамыз. Енді өз ортамызда кеше ғана күліп жүрген, ойнап жүрген. Осы әділдік үшін күресуге бауырымыз еді. Енді барлығын деп осындай да айтатын да сөз жоқ. Осы ұры жүйенің бүгінгі күнде жасап жатқан қиянаты әрбір азаматтың басына келеді. Осындай жағдайда тұрғызсақ, жүйеге сеніп отыра беретін болсақ, әлі талай белсенділерден әлі талай отбасылар осы қаңыз айтты. Фейсбук, прошу вас очень, следите за комментариями, чтобы там не было конфликтной ситуации. Диана Звангер, так, плакат покажите всем проезжающим, чтобы народ знал, что случилось. Мы это уже сделали, вы учитываете то, что мы стоим давно, у всех замерзли руки, ноги, тело, все замерзли, понимаете? А? А? А, все понятно. Считаю, что правильно делают, нужно ехать и освобождать наших. Сколько, который час время? 28. 28 минут, да. И стоим до 9 и расходимся. После 9 имеют право задержать. Так, может, в РОВД поедем? Слышишь, я уже замерзла, я... Поехали в РОВД. Погодил, если вы меня слышите. Я продолжу ваш путь. Будь что будет. Терять нечего. Хотите, убейте меня. На данный момент эфир завершу. Потому что я замерзла, я уже не могу держать телефон. Посигнальте еще! Мы номера не показываем. Вы
Так вот, я не договорила. Мою мысль сбила эта машина, которая остановилась. В последующем прошу поддерживать меня, потому что, как я сказала до этого несколько раз, повторюсь еще раз, терять мне нечего. Пусть я человек женского пола, да, пусть я там, может быть, физически слабее, но... Я осуществлю все свои планы. Хочу много чего сказать, просто сейчас на эмоциях. Считаю, что скажу много лишнего, я лучше сейчас промолчу. Соберусь мыслями, запишу видео и его выложу. Потихоньку буду действовать. Я и так-то снимаю уже. Алия, а что за тема? А? Нет, я говорю так. А, ты же снимаешь? Скоро завершение будет. Да. Давайте, ну так предупредили людей, а то подхожу, все многие молчат. Пройдитесь, предупредите тогда. Давайте еще раз сниму тогда. Просто я уходить собиралась, мне холодно. С какой стороны, Алия, начать? С какой стороны? Оттуда? Ну вы предупредили, а то я подходила же до этого дела. Как такое организовать? Давайте сейчас они в рядом встанем, да? И каждому будем снимать. Давай, с тобой камеру. Я пройду? Нет. Ну отсюда тогда начинайте. Так, прошу поделиться этим данным эфиром. Если кому нужно будет, смонтируйте, потому что сейчас будут люди комментировать. Я еще раз пройдусь, и на этом... У нас эфир будет завершен. Начинаем. Раз, два. Внимание! Начинаем снимать! Власть убийца! Власть убийца, Мирхаджер! 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 Власть
убийца, билет франшет! Вас убийца, билет франшет! Нас убийца, билет франшет! Вас убийца, билет франшет! Вас убийца, билет франшет! Что происходит? Билет Каншер! Билет Каншер! Билет Каншер! Билет Каншер! Билет Каншер! Не провоцируют! Власть убийца! Власть убийца! Власть убийца! Власть убийца! Власть убийца! Хором! Власть убийца Каншер! Власть убийца Билет 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 Каншер! Власть убийца! Инстаграм, Фейсбук снимаю. Беременная женщина стоит до сих пор. Власть убийца Билет Каншер! Билет Каншер! Билет Каншер! Билет Каншер! Билет Каншер! Я носки, одежду принесла. Кожа на ой, да. Можно, можно, можно меня обвязать? Есть платок какой-нибудь? Платок что есть? Можно мне платком поясницу обвязать? Давайте. Давайте. Я не могу эфир остановить. Растяните мне куртку, обмотайте мне поясницу. Динара, можешь мне поясницу обмотать, а, этим шарфом? Здрасте, Динара. Я два телефона держу. У меня теплая одежда есть, если что. Оденьтесь. Так, есть обогреватель для ног. Еще чай есть. Носки есть. Нет, носки есть. Все, вот, отлично. Чай, смотри. Все, все, не, нормально, нормально. Здесь, наверное, да, давай, задувает. Я тоже поясница страшно моет. Давайте, у меня еще а есть. Кто это, вот этот вот, который, этот, который я камеру закрыла? Это от этого, как его, скажи мне, МВД. Только они же снимают, кто еще? Спасибо вам большое, что услышали. А то я на следующий месяц планировала беременеть. Чувствую, что отложим немножко. Носки оденьте еще. Да, давайте носки. Спасибо, пожалуйста. Ой, пожалуйста, говорю, я уже... На данный момент гражданские активисты принеси теплую одежду, носочки, платочки, кофточки. Ой, блин, держись, меня держи.
Лара, вы тоже оденетесь? Да, оденьте. Это мои вещи, все чистые. Все, все, все. Нормально, нормально. Это вообще новые носки. Так что спокойно можете одевать. Не-не, я не переживаю. Хоть какие носки, без разницы. Главное, чтобы мне тепло было. Да можете не застегивать это. Я, у меня уже там и так-то три пары носков. И оставьте, пожалуйста, номер. Вы мне понравились. Девушка, хочу с вами познакомиться. Все, спасибо. Супер, я теперь тепло одета. О, чай принесли. Ой, слушайте, народ, мы что, объединяемся или мне кажется? А? Можно мне капельку кипятка, пожалуйста? Папа, бежали, что случилось. Многодетные мамочки приехали. Астана, теперь просьба, кто-нибудь, у кого пауэрбанк есть заряженный, могли бы мне принести? У меня последний заряд батареи. Все, сейчас скоро отключимся. Вот горячий чай. Можно мне кипяточек, пожалуйста? Можно? Отлично, а то я собиралась ехать в РУВД. Все, тогда я никуда не еду. У кого там кипяток? Давайте глотнуть. Где? Можно налить кипятка? Ага. Можно... Дай, Динар, дай глотнуть. Вот эта вот женщина, спасибо ей большое. Она мне это, носки одела, платок дала, поясницу обвязала. Никому не даю, только тебе даю. Только мне дала? Да. Ого, сколько нас много стало! Смотрите, многодетные мамы приехали. Их еще больше стало. Обалдеть! Сейчас я сниму. Я, может, дорогу перейду, покажу, какое количество. Ой, я поднимаю руки. Насколько могу. Билет, конечно!
Это позор народа! Полиция, позор народа! Сатқындар! Жауы! Сатқындар! Жиналған қауым, бір секунд внимание! Біздің бірінші парыз Дулат Ағаділді соңғы сапарына шығарып салу. Соған бәрімізді атсауысарыңызға сұраймын. Бірінші парыз біздің. Сол-сонда бір. Сол-сонда бірлікте болайық, сол жерде табылайық. Жақсы, жарай! Талапкерде! Талапкерде! Асан болат! Оны бәрін толық мәлімдеге беріледі. Әзірше біз ағайын туысын көрген жоқпыз, солар қабылдайды ғой. Талапкер, Жеңіс көшесі 19-ші үй. Талапкерде! Повторите адрес, пожалуйста. Жеңіс көшесі 19-ші үй. Бірге болдық қой, біз бірге де. В инстаграме завершу эфир. Садится батарейка на телефоне. Кипяток, если есть возможность. Спасибо Татешке, Апашке. Нам принесли чай. Это очень приятно. Раздали теплые вещи. Дед, вон, ты что-то ключи спрашивал. А, все, сейчас заберу. Что там? Я же приеду. А, точно? Конечно. Без хвоста только. У тебя другого ключа нету, что ли? У кого спрашивал такие, что-то не поняла? Не слышно, что говорит? Громче! В 9 часов расходимся. Следующий сбор когда? Только что я пошла, камеру закрыли. Вот, вот это. Маску одел. Сбор следующий когда надо объявить? Не знаем пока. Нам нужно сегодня завершить мирно, чтобы завтра попасть Жанна Зага. А мы сейчас опять нас заберут. Да. Люди, давайте в 9 расходимся. Пойдем немножко туда. С дороги немножко давайте. Через 5 минут расходимся. У нас осталось после 9 часов имеют право задерживать, поэтому не подставляем самих себя. Олег, ты поедешь? Скажите пару слов, Медет. Подожди, Медет, я не понимаю. Ну ладно, домой едем, мама приехала. Когда, сейчас едем? Да, да, мама приехала. Все, едем. Дулату Агадилу домой едем. Салтанат Тулеген подошла. Домой заедем. Домой? Да лучше тебя, так все нормально. Что, есть еще? Есть еще? Перевести в страну звать. Расходиться не делится. 9 часов, Дарья Божия нас сказала, что нас всех хватать будет закрывать. Поэтому в 9 часов мы должны расходиться. Да, в 9 часов мы расходимся. Уже 49 минут. Уже 50 минут.
Расходимся сейчас. Нам быстро разойтись. Расходимся сейчас. Я переживаю за то, что могут задержать. Я не хочу, чтобы никого задерживали. Я вот именно хочу, чтобы разошлись сейчас. Так, дорогие зрители, я завершаю.